Очередное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня. Все случилось рано утром на участке трассы Барнаул-Рубцовск. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль марки «Тойота» и грузовой «Вольво», которым управлял мужчина 66-го года рождения. Установлено также, что за рулем легковушки была молодая женщина, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.